Стальной хват России. Привет большой. Смотрите, какой улыбающийся человек. Но он сидит на самом деле. Он еще не выздоровел. Его привезли ко мне, сказали, чтобы он занимался все-таки спортом, а не лежал на диване. Да, уже сколько можно. Олежка приехал, говорит, Иваныч, боюсь, что динамометр куда-нибудь уедет. А мне надо срочно ему стрелку положить. И вот, как всегда, в воскресенье, 3 декабря, мы начнем с динамометра. Тарзан на нуле, правой и левой рукой. Сейчас посмотрим, что покажет нам Олег Викторович. Ну, давай. Показываем, показываем. Итак. Итак. 96,5. Стрелочку отбрасываем назад. 96,5. Потом сделаем еще один замер. Показываем. Погнали. Погнали. Да, показываем. И левой рукой. 93. Ровно 93. Итак, первые замеры. Правая 96,5 на тарзане. Левая 93. Как тебе впечатление от тарзана? Отлично, мягенький такой. Супер эспандер. Mm-hmm. Эспандер, говорю. Ну, он правильно, эспандер. Да, супер динамометр эспандер. Все, ребят, до встречи. Мы еще позапишем видео. Бетона здесь нет, стаканов бетонных нет, так что все будет нормально. До встречи, ребят. Стальной хват России. 18551 раз. Привет. Вот ломали с Олегом. А перед тем, как ломали, динамометрию проверяли. 96 было на правой. С половинами. И 93 на левой. Два. Что 93? 92 на левой, по-моему. 93. Ну пусть 92. Да. Ну и будет видно на видео. И вот сейчас еще раз. Погнали. После ломки. После всех вот этих бендингов. Закрыть кинков крашей. Сначала с левой начинаешь, да? Поехали. Показывай. Полтора. У Олега вообще, в общем, динамометрия-то не падает. Может быть, он не ломал. 92 килограмма на левой. Скидывай. Ага. Ну-ка, давай рекорд побить. Давай. Не, чуть подсела. Ну, правая подсела, она и за всех отдувалась. Итак, 92 и 93,5 на правой. Вот такие замеры динамометрии до лома, до бендинга и после бендинга от Олега Биг-Биг Кускова. Всем здоровья, встречаемся в обители, пока.